Всем доброе утро, ребят. Особенно любителям покера. И рыбакам, и охотникам. Вчерашним. Все, кстати, с праздничком. Так, ну что, у нас сегодня обзорчик утренней акции. Как обычно, угадайка. Сейчас единственное, что-то я хотел вчера выставить нормальный дав, так его и не выставил. Такс. Надо будет сделать уже, да. В принципе, волны мы все попроходили. Все такое, что надо было, прошли. Можно и выставлять, да. Дефом, конечно, сложно назвать, но хотя бы героя выставим. И то уже меньше будут проходить. В принципе, даже 6 супер питомцев тоже круто. Каждому герою можно уже поставить. Такс. Потом у меня еще на дефе героика. А у нас стрелок, я стрелка вообще пересобрал. Блин, кого-то другого сейчас поставим. Кинем фобушку. Хоть так постоит. Такс. С этим разобрались, поехали посмотрим, что у нас добавилось, что у нас есть. Тут все по стандарту. Нету таких, кстати, на английском сервере почему-то линии обороны. То ли они ждут АЭС, я не могу понять, но реально это уже начинает немножко вымораживать. Просто тупо нету. Апдейт дифты. На дуэлянта, супер снэк, Олдрейк, ну такое, Мэри. Тулка, микрок. Какие себе лайди. А, Violent Scientist. Soulstone. Это, по-моему, камешки нового героя, если я не ошибаюсь. Героини, точнее. Божества. Да, на нее камешки уже начали продавать. Интересно. Так, пират. Да, посмотрим, что у нас тут интересного в пирате. Ничего не поменялось. Закрыто.
Так. Понятно, в общем. С этим все. Апдейт пак. Ничего нового интересного нет. Ну, наверное, на рынке там просто мега вау. Нет. То же самое, нифига, нового героя пока нет. Не знаю, о чем они думают. Да, не добавляет. Наверное, скорее всего, надо будет ждать апдейт на АЭС, тогда только добавит. Такое себе. Мэри за 20-ку. Можно, считайте, собрать. Плюс там дадут еще дополнительно паки. Так, аккумулейшн. Аккумулейшн у нас... Вот такое, расходники. Новые эти. Так, хорошо, с этим разобрались. Поехали на другой сервак. Поехали Тайвань, чекнем, что там есть. Ну, как видите, везде. Там 30 продают. Там возможность карту купить. Ну, нету такого ничего интересного. Ну, может, я карту провтыкал. Ну, наверное, вряд ли я карту провтыкал. Скорее всего, ее здесь нет. Ну, на немке вчера я вам показал, карточку продают довольно-таки относительно недорого. Всего лишь 100 баксов и один из героев у вас. Либо вы собираете каждого героя там по 10-20 баксов, кроме нового, что, наверное, выгодней. Так, я не посмотрел большой пак. Не, нету. В чем понятно все с этим, думаю. Поехали на Тайвань. Я ожидал, что они начнут хотя бы сегодня что-то делать. Возможно, они с завтрашнего дня начнут. Закончатся праздники, что-то поменяют. Хотя для них это, по сути, не особый праздник. Зефир. Знать бы, как будет герой, или осколками собираться, или реально продаваться. Но судя по карте, то будет продаваться, думаю. Хотя никаких ни мешков, ничего они не ввели. Что самое интересное. Так, здесь акции не обновлялись, ничего интересного по сути нет. Поехали немочку. Быстренько чекнем, что на немке есть на русский. И сделаем угадаечку. Блин. Как заставить себя сделать условия? Вот надо сесть, потратить пару часов хотя бы и сделать нормально видос. Все равно, блин, тупо то одно, то второе, то третье. Но вы ждите, ребята, все будет. Вот, смотрите, за накопление продают карточку. Карточку, да. Вот я что-то думаю, что за фигня. На немке уже 1400 и карту дают. Ну, уже она подешевела здесь однозначно. Так, хорошо. Вот эта карта. Эпически бомбическая. Да, что-то сегодня они прям не ахти. За питомцев. Ничего такого нету. Так, понятно, это все понятно. Коробки, коробка, самое, я офигею, вы что за издевательство на немке с коробками. Так, дуэлян, тут, блин, тут на этом аккаунте все собирается, и то собирается, и то собирается. Да, все, больше здесь ничего нету, но зато хотя бы здесь уже запустили семидневку. Ну, шарика таки нет. Я вот не понимаю, что за фигня. Там есть то, там нету того. Что-то они как-то в разнобой пошли. Фиг его знает, почему так и с чем это связано. А, кстати, мы не забежали на немки, не забрали одну интересную тему.
Вот смотрите, как четенько по времени. Мы прям по времени заходим идеально каждый день. 13 секунд. Так, я пока открою видос вчерашний. Найду. Так, надо еще найти пацана, который должен был исправить свой ВК. Вот, чик, смотрите, два мешка зефира. Просто на халяву. За что я люблю немку, потому что здесь вот реально дают кучу всего на халяву. Красавчики. Так, поехали на русский сервер, наш бедолашный. Еще сегодня атака фортов. Еще побомбим, я думаю. Блин, как можно было разлить на себя кофе? Дырявый ротик. Так, это наша Сарделя. Сарделя вчера, ребятушки, просто была в шоколаде. И самоцвет слил почти. Но оно того стоило. Может, на русском что-то интересное сегодня еще глянем. Так, русский сервер. Тут ничего нету. Временные акции не поменяли. Накопления нет. Приз понятно. Супер набор. Ничего нет. К сожалению. День замка владельца. Сущность мастера. Дама холода. Леди божество. 40 осколков. Видите, на русском сервере. 40 осколков дают. Может, они его таки продавать будут осколками. Хватайка есть. Нифига себе. Нифига себе, я сказал себе. Чик. Блять, жетоны не дали. Но сейчас по-любому перейдем на сардельку, ударим. Перейдем на сардельку и сумка питомца. Ну, такое. Ну, неплохо. Большая выгода. Посмотри. Нифига себе, сколько акций на русском сервере. Вы что, офигели, что ли? Неплохо. Да, на русском вообще сегодня в шоколаде. И олени, и пакет, и сокровищница, и выгода, и яйца, и все, что хочешь. И хватайка. Костка. Карта богатства. Горящий остров. Побери сам. Блин, когда к нам завезут нормальный собери сам на английский сервер? Уже надоели. Хотя бы скинул подкупить. Вообще на игру забить. Там сокровищница закрыта. Окей. Поехали, делаем. За 450. Снайпер, оборотень и эктоплазм. Так. Память почистил. Поехали на видосик. Так, есть. Стало новое. Без удвоения забирать везде. Да, я знаю. Времени на все не хватает. Да и лень, честно говоря. Так, ищем снайпера. Снайпер. Слизень, шаман. Ну, рядом. Но оборотень у нас. Палач, слизень, снайпер. Но у нас оборотень тоже не угадал. Снайпер, наемный убийца, шаман. Так, оборотень посмотрим. Оборотень, циклоп, палач. Оборотень, синяя слизень. Панда, но не панда.
Так. Слово уже что-то другое искать. Оборотень, панда, синяя слизь. Надя тоже очень рядом. Оборотень, палач. Но, к сожалению, никто. Сегодня не угадал. Поехали еще сбегаем с вами на этот, на сардельку. Попробуем, может, там что-то вытащим интересное. Такс. Да, вообще нифига не вчера не это. Опять сундук третий. Ну неплохо, даже так хорошо. Я вам скажу. Мне даже так нравится. Потайка. Я вам скажу, сегодня день супер акции на ру реально. Если бы мне еще жетончики упали, это вообще было бы четенько. Я бы тогда вообще здесь был просто в шоколаде. Но, к сожалению, смотрите, по 10 вообще, по 30 сундуков. Это кайф, вот это вот реально кайф. Та акция, ради которой без донатом реально надо заходить. И нажать, заставить себя нажать хоть один раз. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ждите видосиков. Всем удачи, всем пока.